Не успела наша программа дать ответ даме с собачкой по правилам провоза живности, как со Светланой Николаевной произошел казус. Собака погрызла пассажирские билеты на поезд «Солигорск-Москва». Выбросить 500 000 – такова стоимость места в купе или выход есть? С этим вопросом мы обратились к начальнику станции «Солигорск» Таисе Андреевой. Если бы этот инцидент произошел пару лет назад, то про денежки можно было бы забыть. Ведь ранее испорченные пассажирские проездные документы белорусская железная дорога не была обязана восстанавливать, а потраченные на них купюры не подлежали возврату. Сегодня при наличии достаточной информации разорванные, обгоревшие, подмокшие билеты, оформленные на территории Белоруссии, подлежат восстановлению в билетных кассах железнодорожных станций. Это предусмотрено постановлением Совета министров номер 1194. Случаи такие у нас есть. Пассажиры обращаются, бывает билет порван, бывает постирали. Если билет подмочен, обгорел, допустим, надорван, но остались данные, которые позволяют восстановить этот билет, то пассажиру нужно обратиться в пункт продажи билета, и билет будет восстановлен. За это ему придется уплатить наличными 3050 рублей. Приобретенные билеты в местном сообщении не восстанавливаются и деньги не возвращаются. Что касается утерянных или украденных билетов, то сейчас, как и ранее, получить вместо них новый билет или вернуть деньги не получится.